Смотри лаки-блоки в Майнкрафт. Ссылка в описании ролика. А? Где я? Что происходит? Почему здесь так темно? Здесь ничего нет. А что происходит? Что со мной? Ой. Что это? Так что же это? Кто вы? Кто вы? Зачем вы стоите здесь? Что вы от меня хотите? Кто вы? Где мы? Что мы тут делаем? Что это за место? Скажите, пожалуйста. Кто все это придумал? А? Исчезли? Что происходит? Где я? Нужно отсюда выбираться. Мне страшно. Черт. Блин, как я сюда попал? Блин, что же мне делать? Здесь нету выхода и нету входа. Как же мне быть? Блин. Черт, мне страшно. Люди! 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 Блин, куда идти? Наверное, нужно идти еще дальше. Ох, а что это? Что это за дверь? Что это за крики? Блин, крики, как помочь? Кому-то плохо, как помочь? Черт, люди! Как открыть эту дверь? Как открыть? Черт, как же мне открыть? Как помочь? Я не понимаю, но там кричат. Заперто. Где тут парень или чё тут? Черт! Черт! Это был всего лишь сон. Круто. У меня получилось. Да. Уэйн, что с ним? Черт, надо посмотреть. Уэйн, что происходит? О. Что ты кричал? Здравствуй. Да, здравствуй. У меня получилось. Что получилось? Почему ты так? Я создал это. Я не знаю, даст ли это какой-то толчок науки, но я сделал это. Смотри. Так что ты сделал-то? Вот. Как о многом мне это говорит. Я не знаю, как это объяснить, но это было получено путем огромных трудов. Это, я не знаю, невероятная формула, которую еще никто не создавал. Это вещество, это просто... Я должен тебе продемонстрировать это. Продемонстрировать? Так а что же это такое? Ты не можешь так просто взять и сказать? Как? Я даже не дал этому пока что название. Это вещество, но... Я не знаю, я название подумаю попозже. Я сначала тебе продемонстрирую его, надеюсь, сил. Я попробовал это в таких маленьких размерах, и получилось. Сейчас я попробую... Увеличить масштаб. И это будет. Я надеюсь, получится. Надеюсь, мы ничего не сломаем. Никому не помешаем. Я, конечно, очень рад, но пока на меня это не оказало каких-то особых впечатлений. Поэтому и хочу. Но нам надо пройти на улицу. Там сейчас шквальный дождь, но. Да, там идет дождь. Такие не плащи. Я думаю, это того стоит. Ну там дождь, смотри. Плащи, ну блин. Но мне что-то, кстати, знаешь, страшно идти. Мне сейчас сон приснился. Прикинь, просто, прикинь, коридор, просто черный коридор, кто-то стоял, не знаю, кто стоял, я спрашиваю, мне не ответили, потом дверь, крики, и потом опять, что-то, прям вот, знаешь, как сон, какой ты должен быть, вот какой-то реальный момент, и ты просыпаешься, вот как всегда ты. Может, я не знаю, даже мне стало немного страшно, но это всего лишь сон. Да вот именно, что... Вроде я сам люблю рассказывать страшилки, а вот что-то очень страшно. Ну так что, мы на улице что ли идем? Там, блин, так... Да, сейчас я кое-что захвачу. Мы недолго там на улице пробудем. Не успеем особо сильно промокнуть. Правда, придется немного поместить грязь на лужайке, но ничего. Ну, ладно уж. Хочу уж посмотреть, что ж ты так сделал. Что уж мы в 3 часа ночи сейчас посмотрим, что у тебя там такое. Тогда давай, пошли. Давай, где у нас плащи-то? А, ну, вроде да. Все, пошли. Так, ну я вроде... Так, вроде я все одел.
Так, в этом я не промок, но все. Блин, Уэйн раньше ушел. Черт, ну надо его все догонять. Что он там делает-то, ё-моё? Уэйн! Ну, давай сюда. Черт, что так высоко забрались-то мы с тобой? Давай сюда. Офигеть. Неси говно жить. Ой, да что ж ты куда залез-то? За какой-то свои Я вырыл здесь просто началочку же и приготовил. Здесь, думаю, будет хорошо видно, тем более из нашего дома. Ну давай посмотрим, что ты тут придумал. Мне не терпится, мне это очень волнительно, я не знаю, получится или нет. Осторожно, немного отойди. Я не знаю, какой это будет эффект. Ну я уж боюсь, давай. Их ты, нифига себе! Да. Уэйн! Получилось! У меня мурашки похожи. Я не верю. Получилось, смотри, это правда, нам не кажется, мне не снится. Ты как это сделал? Дерево! Это не просто дерево, это саженцы из тропического леса. Это дерево просто в этих условиях вырасти не может. А оно выросло и каким здоровым. Это невероятно. Я не верю в это. Это чудо. Просто ты представляешь, что мы за это получим? Просто это Нобелевская премия просто сходу. Столько денег. До конца жизни. А ты что, не оделся-то? Я не знаю, я не обратил на это внимание. Я так напился. Пошли домой, а то посмотрим на это творение из дома, а то уже холодно. Черт, мне просто нет слов. Тут давай посмотрим. Офигеть. Вероятно, да? Да, речи пропал. Блин, давай быстрее, ты промокнешь. Да, ладно, пошли, оттуда посмотрим. Еще красивее. Ну это шедеврально, понимаешь? Как ты такого достиг? Я пока ничего не понимаю, это просто не верится мне. Это же, смотри, столько деревьев и за секунду такое огромное тропическое дерево, которое просто не может расти в таких условиях. Я сам не понимаю, очень холодно, конечно. Завтра обязательно надо позвонить в научную комиссию, позвать сюда каких-нибудь этих. Чтобы они занесли это все в свои эти записи и просто. Я не верю. Точно, вызовем, и они должны будут приехать и все зафиксировать. Ведь это такое открытие. Это невозможно. Офигеть. Я сначала думал, что ты занимаешься какой-то ерундой, но ведь это я не знаю, у меня просто нет слов. Так, то есть завтра. Каковы завтра планы? То есть завтра нужно будет вызвать комиссию тебе, мы все с тобой сделаем, они приедут, зафиксируют, и все будет четко. То есть, так, а что же он будет? Нам деньги дадут или что? Это там просто все. Там, во-первых, конечно, этот денежный фонд, я думаю, будет такой солидный, такой гонорарчик. То есть, хорошо так накинут, но для меня, конечно, важно это Нобелевская премия. Я смогу прославиться, если каким-то больше работать на каких-то, может быть, новых местах. Я даже не знаю. Но мы сможем покрыть наши долги, которые у нас уже давно висят. За дом оплатить. Да, мы все это сможем сделать. Черт. Как же я рад. Что? Ты где? Уэйн? Иди сюда. Я не могу в это поверить. Что? Что происходит? Черт! Что происходит? Что это? Кто? Кто там? Что происходит? Почему все горит? Черт! Нет, твое дерево! Кто это? Нет! Черт, надо помогать! Пошли! Спасибо за просмотр видео. Если оно тебе понравилось, поставь под ним лайк. И обязательно подпишись на наш канал, чтобы не упускать возможность следить за новыми сериями различных сериалов.